Всем привет! В рубрике «Шедевры за минуту» сегодня гостит один из основателей импрессионизма, отец восьмерых детей, убежденный анархист Камиль Писсаро. Перед вами его картина с простым названием «Сена и Лувр». Собственно, они здесь главные герои вместе с мостом искусств. Две лодочки вот-вот нырнут под одну из арок. Низкое небо подмигивает парижанке в нежно-розовой юбке. Дескать, и у меня в небесном гардеробе такая расцветка имеется. Если вы хотите представить зимний Париж, то лучшие и правдивые иллюстрации сложно найти. Снег здесь гость редкий, так что типичный зимний денек в Париже решен в серых, как здесь у Писсаро, а не в белых тонах.